да, вот видите, вот здесь вот цены, все написано, куда, что, сколько, почем. Вот здесь можно все взять. И Москва. А где билет-то? Еще раз надо? Да. Да не куда есть. А как надо? Как надо идти? Правильно? Давай, сходи. Давай. Мы едем на подъемнике. Ура, ура, ура. Это будет отдельный фильм. Мы едем на подъемнике. На гору Снежанка. Мы едем. Да, направо. Говори, какие удовольствия получаешь? Ой, удовольствие получаю, руки мерзнут. А вообще красотища страшная. Сейчас елки буду снимать. Ой-ой-ой, нас трясет. Это воздушные ямы. Ой, супер. Супер, смотри, как здорово. Ой, какие елки. Мы не выбрались из кабины. И не шевелились. Я замерзла. У меня рука замерзла. А здесь можно ходить, если что-то упадет, ой, или мы, то можно то самое пойти, смотри, совсем низко, можно пойти. Почему он так трясется? Он может сойти с рельсы. Сейчас мы увидим Снежанку когда-нибудь. Ну, а как мы сможем слезть с этой штуки? Она же все время едет. Вот так спрыгнет. Это там или там? Только там. На горе. Ага. Мерси. В Болгарии такие морозы не бывают. Прямо под тобой. Это как дрон летит, да. Смотри. Birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you
weather and the storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. А что да, надо? Да. Ой. Так. Ага. Ой. А он будет там спри? Аномали. Аномали. Ой, 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 ой. Мама. Мама. Аномали. Да, он прет. Да, он прет. При минус 15 градусах. Замерзаю. Замерзает на вершине горы Снежанка. Отсюда? Нет. Ага. Как из основного. Что-то у меня зад замерз. Ну, поехали обратно. Сейчас вот посмотрим, что можно тут поесть. И кофе выпить. Слушай, я... Хорошо, хочу... все, вниз. Не задержу. Пошли. Вот так у нас красиво на горе Снежанка. Тут работает вот. Ей можно и попить чай, кофе. Вот все указатели тут, пожалуйста. Куда? Вон Смолянские озера, можно вот туда поехать. Все рекомендуют. А вот тут, смотри, тоже ресторан. А здесь можно вообще кататься просто так. Там еще один подъем. Вот здесь еще один подъемник, но он не жилой. Это сразу видно. Да? Да. Но спуск здесь есть, можно спускаться. Спуск 6. Тут все спуски пронумерованы, эти выходы. Вот этот 6-й, куда мы сейчас идем. А, какой красивый вид. Просто глаз радуется. Как дрон бы тут у меня летал классно. Ой. А Тому здесь было бы как хорошо. А ты съемку ведешь сейчас? Конечно. Ой, какие елки. Какие елки. Новогодние. Ай. Они очень высокие, просто до неба. И все в снегу. Это просто нечто. А вот опять схема, какая где, какой где спуск. Все можно увидеть, куда ехать. Все оборудовано. Ресторан есть. Малина тут, Бипас. А я думаю, где эти все спуски? Вот они все здесь. Поднимаешься и никуда не надо. Вот все, во все стороны поехал.
И все Помпорово прямо перед вами. Да, и все Помпорово здесь. Может, я возьму по пути. Да, все. Он как эти дети. Мы ждем, да, привезу и поехали. Да. Вот так детей учат кататься на горных лыжах. Будущие горнолыжники вот так. Вот такие у нас горнолыжники. А я еще, знаешь, что хотел сказать, что это для глаз, наверное, немножко напряжено. Да, да. Вот поэтому у меня вчера и слезились. Да. Вчера не было так было. Ой, как классно на высоте. Это просто зимняя сказка. А сегодня минус 15, сказали. Примечательность. Это вышка. А можно вот так, смотри, я так стою, потом пошла. Как дрон. Пошла. Все. Это мое слабое место. Ну все, вот теперь все понятно с горнолыжными курортами. Я теперь поняла, как это все действует, куда надо ехать, где кататься, какие направления брать, какие подъемники использовать, сколько стоит подъемник. Подъемник стоит 20 лево в обе стороны. Нет, там есть абонемент на день. Ну есть разные, да. На неделю и не очень долго. Но если просто съездить, то 20 лево. А вот, смотри. Ски-клуб. Петр Первый. Это какой-то Петр Первый. Петр. Ски-клуб ветеран. Это главнорыжник. При Mountain Library. А, добрый день. Можно ли? Карта. Так. Не, у нас нет. Билетик. Окей. Да, нормально. О, окей, можно? Окей. Нет, это подожди. Ага. На эту? Ой, а как на нее сойти? Не. Здесь? Я. Еще здесь? Оп. Эту билету открыть. Мерси. Ой, меня прищемило. Ой. Все. Ой, меня прищемило. Как? Теперь у меня будет синяк. Зато отсюда вид еще лучше. Того стоит, это правда, ребята. Ну что, ты как красиво. Где бы ты еще это снял? Прямо сейчас, в кусты. Сейчас нас пушкой обстреляют. Ой, мы сейчас прямо в кусты едем. Елочки, 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 иголочки. Да тут вообще, ты смотри, какая красота. Вообще, тут как будто сюрреализм какой-то.
погода. Кататься, а мы блоги съезжаем. Мы уже там прошлись. Сегодня 15 градусов. Очень ясный день. Прекрасно. Ты уже околел? Нет еще? Шевели руками, ногами. Да, у меня другое место. А, ну подпрыгни. Спасибо. Совет хороший. Подпрыжки. Сиди спокойно. Слушай, не нервируй меня. Хорошо, все, Муля, нет. Мы уже приехали. Муля, не волнуйся. Все нормально. Мы сидим. Красиво. Просто как девочка, детский сад. Да. Почему детский сад? Я взрослый сад. Детский сад. Никто в низ едет, так он бы одни на всем подъемнике. Нас там не забудут тормозить. Ну, будешь спрыгивать как получится. И вперед бежать сразу, не забудь. Да. Да, то как даст под зад. И меня не забудь взять тоже. Такой у нас красивый вид. Жалко, что подъемник не на солнышке. Да, подъемник у нас в тени. Тут как-то очень. Да. Не знаю, зимно. Как получится. Еще у нас тут съемочки. Все нормально. Он еще снимает. И камера. Мы сейчас будем приземление. Мы сейчас будем снимать вот эту вот палку. Давай. Палку, ноги убрала. Убери. Убрала. Перчатки. Ай. А? Ну, сидим, все, подожди, подожди. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Держи все. Не волнуйся, на солнышке повернись задом и иди задом.